Это «Игромания Флэшбэк» — рубрика об играх, на которых мы с вами выросли. Вторая глава культовой трилогии «Gabriel Knight» была особенной. В первую очередь это касается картинки. Разработчики вложились в сиквел по полной программе и вместо рисованной пиксельной мозаики оцифровали профессиональных актеров и увековечили их по технологии Full Motion Video, которая в те времена была популярным, но дорогим удовольствием. Это сейчас игры гуляют в шаге от фотореализма, а тогда… Beast Within продолжала историю харизматичного Габриэля Найта, писателя, детектива и владельца книжного магазина. Новые приключения завели его в Баварию по следам кровожадного волка-оборотня. Однако история на Габриэле клином не сошлась. На протяжении 6 глав мы играли то за Найта, то за очаровательную Грейс Накимура, расследуя дело с двух ракурсов и пристально следя за их любовной интригой. Передовая технология аукнулась Габриэлю сполна. Изначально игра должна была состоять из 8 глав, но кошелек разработчиков прохудился и пришлось резать. По той же причине игровая механика стала проще, но Джейн Дженсен компенсировала это на порядок более захватывающей и проработанной историей. Впрочем, Beast Within не превратился в интерактивное кино и все еще мог подкинуть интересные задачки под чашку кофе. Преданные фанаты до сих пор мечтают о возрождении Габриэля Найта и надеются увидеть отмененную четвертую часть. Но неважно, появится она или нет, Габриэль стал настоящей классикой приключений и способен захватить игрока даже спустя 20 лет. А если не верите, можете сами попробовать. На GOG.com она стоит сущие копейки.